7 ноября двухмесячную девочку доставили в Павловскую районную больницу около 12 часов дня. Тело без признаков жизни принес отец малышки. Ее сразу отвезли в реанимацию. По словам специалистов, ребенок уже находился в состоянии клинической смерти. После всех необходимых реанимационных мероприятий сердце девочки так и не забилось. Незадолго до случившегося ребенку сделали прививку от пневмококковой инфекции, противопоказаний которой выявлено не было. Однако говорить о прямой связи между этими событиями, утверждают специалисты, нельзя. Сегодня была выполнена судебно-медицинская экспертиза. Есть первые результаты. По первым результатам связи с прививкой нет. Окончательное патологоанатомическое и заключение будет через месяц, через 30 дней. Поэтому тогда уже окончательно мы можем сказать о причинах смерти. Но на сегодняшний день связь с вакцинацией не выявлена по результатам вскрытия. Следственными органами возбуждено уголовное дело. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Изъята необходимая медицинская документация, решается вопрос о назначении соответствующих экспертных исследований. Расследование уголовного дела продолжается. Сегодня на месте работают не только следователи. Рабочую проверку проводят Министерство здравоохранения совместно с медицинской палатой Ульяновской области. Есть диагноз младенческая смертность, внезапная младенческая смерть. Есть такие, причем на вскрытии тоже ничего не могут определить. И сегодня говорить о том, что именно прививка привела к столь печальным результатам, тоже, наверное, преждевременно. Проверки на территории Павловской районной больницы продолжаются. Окончательные результаты будут через месяц. Екатерина Терещенкова, Иван Демидов, репортер 73.